Здравствуйте, дорогие наши студенты! Мы рады вас приветствовать на берегу Черного моря, пляж Лонжерон, Одесса. Сегодня я хочу с вами поговорить о том, как мы, художники, по воображению можем представить свою будущую картину. Пока мы не увидим перед внутренним взором то, что должно происходить в картине, мы не подступаем к холсту и не действуем в направлении этого сюжета, допустим. Поэтому я хочу сейчас вам дать маленькое упражнение медитативное, которое предложил нам грандмастер Цигун Сюиминтан. Это упражнение поможет вам всегда стать здоровыми, сильными, энергетичными. Положите, пожалуйста, руки, правую руку к себе, левую сверху женщины, мужчины наоборот, левую руку к себе, правую сверху мужчины, да, вот так. Ну давайте, в основном женщины, ложим на пупок. Здесь наша сила основная, здесь наши запасы энергии. Ложим на пупок, становимся или лучше садимся, расслабляемся полностью и глазки закрыли и представили внутри пупка своего красный шар. Нам это легко сделать, представить красный шар, вот типа как солнце заходящее, знаете, красный-красный, горячий-горячий шар. Представили внутри пупка у себя. Нам понадобится для этого полчаса. Сели расслабленно, тихо, можно тихонечко музыку поставить, чтобы никто не бегал в комнате. Расслабьтесь полностью. Внутри пупка красный шар. На вдохе красный шар больше сделали. На выдохе красный шар маленький, как зернышко граната. Вдох. Шар большой, как солнце. Выдох. Шар маленький, как гранатовое зернышко. Вдох. Шар большой, огромный, красный, горячий. Выдох. Маленькое гранатовое зернышко. И сконцентрировали в конце получаса это гранатовое зернышко внутри живота. Полчаса. Растерли рученьки свои, которые нам помогают. Вот точки Лаогун. Сюда идет энергия. Они нам помогают. И умылись, как кремом. Умыли лицо свое, разгладили морщинки. Всем спасибо.